Привет, подписчики и зрители моего канала. И пока мы сидим с вами все дружно дома, я вам хочу показать сногсшибательную коллекцию. Это киндер-сюрприз, германская сборка. И это поистине классные игрушки. И вы сейчас поймете, почему они вызывают у меня такой восторг. Я до этого собирала коллекционные игрушки, ну то есть как бы целиковые коллекции. Но мне безумно хотелось собрать ряд сборок, которые действительно заслуживают внимания. И это у нас улитки. И не просто улитки, а улитки, которые изобразили в виде разных профессий и магазинчиков. У меня здесь три коллекции, они все вместе вперемешку, и мы просто будем смотреть на данных улиток и рассматривать, что же они из себя представляют. У меня есть два вкладыша только, вот такой вот вкладыш с улитками. И здесь у нас показано, как собирать. Очень много деталей в этой сборке, в каждой игрушке. Но, к сожалению, не на каждую игрушку. У меня есть такой вкладыш, а по одному на коллекцию. И вот в такой второй вкладыш тоже. И здесь тоже показано, как собирать. Игрушечки у меня уже все собраны, чтобы не терять время, потому что деталек в них очень и очень много. И давайте возьмем первую улитку. И это у нас улитка какой-то рабочий, поскольку у него есть отвертки, даже какие-то ключи. И, видимо, он что-то у нас чинит. Смотрите, у него здесь целая связка с ключами. Здесь наверху ключ. Держит он в своей... Что у него у улитки? Не знаю. Лапки. У улитки есть лапки, есть рожки, да. Есть ее домик. И здесь инструменты висят, это отвертки. Игрушки раскрашены вручную. Посмотрите, какие они милые. Какие у них прикольные личики у этих улиток. Шапочка у нее. И, естественно, да, улитка, она же ползет, и ее тело изображено действительно так, как у улитки. Единственное, что ей, видите, добавили сюда ручки. Но мне кажется, это очень и очень даже классно. Насколько была фантазия на то время у дизайнеров, которые придумали, что улиток можно изобразить вот в таком вот виде. Следующая улитка. Улитка – это рабочий, который то ли мусор убирает, то ли, не знаю, здесь, скорее, видите, у него такая интересная штучка, ковшик, и там коричневое что-то, грязь, наверное, да, здесь у нас сверху совочек, метла, решетка, и он в костюме, смотрите, на нем тоже есть шапочка, есть кофточка. Очень классная улитка, язычки у них там прорисованы, и все они нам улыбаются, и они довольны и рады своей профессии. Классная улитка. А следующий у нас это такси, улитка-такси. Смотрите, как выглядит у нее панцирь, да, сделан как кабина, где сидит, значит, у нас пассажир. Это недовольный какой-то червячок, потому что, наверное, улитка слишком быстро едет. Хотя она медлительная у нас, да, улитки, вы знаете. Руль. И тоже мило улыбается. Здесь у него, смотрите, уже серый костюмчик. Шляпка тоже, да, такая. Фары. Выхлопная труба. И даже на что, ну, можно представить, что это чья-то физиономия такая симпатичненькая. Такая вот классненькая улитка такси. Еще одна улитка. И это здесь улитка-строитель, потому что у нее лопата, а здесь у нас камни, песок, скорее всего, может быть, даже уголь, может быть, даже это и шахтер.
Вот такая вот тоже классная улитка. Смотрите, каска на голове, чтобы не удариться, если вдруг что-то на голову упадет. В руках держит лопату. И тоже очень красивая у нее кофточка бирюзового цвета, а сам панцирь зелененький. И они все разноцветные были панцири, если вы обратили внимание, и голубой, и черный, и малинового цвета. Вот такой вот классненький у нас получается улитка. Еще одна улитка профессия. А это у нас улитка, наверное, что это, подъемный кран или машина, у которой есть вот такой вот крючок, чтобы что-то цеплять. Здесь маячок есть специальный. Смотрите, руки в боки. Тут даже молнию на рубашке прорисовали, зелененькая шапочка и такой тоже зелененький панцирь. Панцири не повторяются у игрушек. Так, это мы сейчас с вами смотрим как раз профессии. Это одна коллекция. Так, следующее у нас здесь это полицейский. Такой вот классный зеленый, написано «Полиция». Здесь у нас два мегафона, рупоры, чтобы в них говорить. А здесь как тюрьма, что ли, у него решетка и тоже маячок сигнальный. И есть у него еще свисток. Вот такой вот улитка-полицейский. Классно, очень классная сборка. Намного интереснее, чем попадается сейчас. И последнее, это у нас доставка, что-то типа почтальона. Ну, он, видите, совсем прям ленивый, лежит, отдыхает, скорее всего, на какой-то подушке. А здесь у него много-много-много чего нужно доставить в разные коробочки. Письма, вот, сервис доставки. Вот такая вот классная улитка. Так, теперь у нас будут улитки с домиками в виде разных магазинчиков. Ну, не только магазинчиков, а разных... Ну вот, например, это почта, то есть улитка, а здесь панцирь в виде почты, и там у нас, смотрите, как интересно, есть почтовый ящик внутри и телефон внутри, серебристый такой. Какой-то он очень замученный, уставший, язык высунул, на плечо положил. А это у нас улитка, которая готовит на улице фастфуд. Да, это у нас ларек с едой уличной. Она держит хот-дог здесь, кетчуп и горчица. И там, я не знаю, смотрите, что-то. Может быть, хот-доги лежат, может быть, курица на гриле вертится. Козырек защитный, прилавочек сделан. Ну, а здесь улитка, видимо, облизывается от удовольствия, и потому что, наверное, это очень вкусно, и у нее слюнки текут. Фартучки, все как положено. Вот такая вот улитка еще. Дальше улитка, смотрите, диско. И здесь, видимо, проходит дискотека, там внутри... Прозрачный пластик, здесь это, наверное, диджей, он держит диск в лапках своих, тоже он смеется, улыбается. Очень красивое сочетание прозрачного пластика с матовым, звездочки нарисованы, двери прозрачные, прям с выпирающими ручками. Вообще безумно классно. Давно мне пришла посылка с этими игрушками, я их не открывала, не смотрела. И теперь вот, в принципе, радуюсь вместе с вами, держу их в руках, рассматриваю. Так, смотрите, это у нас что? А здесь, наверное, пицца, да? Ресторан-пиццерия.
такой итальянец, улитка с усами печет пиццу в таком камине. И здесь у нас даже это, наверное, на природе где-то, потому что, смотрите, как красиво цветочки, зелень сделана. А здесь прям панцирь, улитка, все. Безумно классно, как все прорисовано. Смотрите, каждый кирпичик прорисован. Здесь на пицце тоже колбаска, наверное, или помидорчики. Там огонь внутри. Цветочки прорисованы классненько. На листиках прожилки. Стилистика очень замечательная. Так, интересно, а это у нас что за башня за такая? Наверное, может быть, это какая-то церковь? Или какое-то административное здание, смотрите, в черном одеянии такой и с какой-то книгой. Может быть, даже какой-то Биг Бен. К сожалению, даже если бы и был бы вкладыш, они не подписаны название, что это такое. Так что догадываемся сами, может быть, замок какой-то с такими часами, а это его хозяин этого замка или смотритель замка. Но выглядит классно. Так, ну вот это точно, смотрите, замок, это у нас рыцарь, улитка-рыцарь, смотрите, открывается вот так вот, и там, я не знаю, что это, труба или туалет, что-то непонятное на самом деле. Вот, сверху-то понятно, что это башня, все здесь как бы, да, рыцарь в кольчуге, смотрите, в шлеме в таком, да, у него щит, да, мостик открывается, дверка, и здесь уже непонятно что. Дальше еще одна классная такая, смотрите, улитка, сцена, и здесь у нас, видимо, танцует и поет, а это, скорее всего, бабочка с крылышками. Вот, немножко, конечно, все желтенько, могли бы личико разрисовать, может быть, глазки бы черненькими сделать, ротик там, язычок нарисовать. Ракушка у нас тут, может быть, что-то ему подсказывают, может быть, это театр, он показывает какое-то представление, это вот дирижер, скорее всего. Смотрите, галстук бабочка, красивая такая. Бухная, зурбухная, ну, не знаю, как это переводится. Ну, что-то связанное со сценой, с театром, с выступлениями. Тоже безумно классно. Все раскрашено вручную. Следующий, смотрите, тоже какой. Это похоже на домик, это похоже на садовника. У него, видимо, такой красивый его дом. Ставни, смотрите, как сделаны классно. Это забор. Здесь у него вьюнок, наверное, да, оплетает его домик, а он сам с лопатой, шляпа у него тоже такая, с большими полями, соломенная труба, откуда дым валит. И вот он у нас такой, скорее всего, да, наверное, садовник. Очень красиво, классно. Так, еще одна улитка, и это у нас, так, рейсинг, мул, и это что-то связано с заправкой. Скорее всего, это заправка, наверное, это колонка, где у нас тут бензин, что здесь тоже может быть масло какое-то, а он моющий стекол, потому что у него такая резиновая щеточка, которая обычно стекла моет. Ну, а здесь, наверное, оплачивают, это касса, видимо, за то, что улитка помоет стекла и то, что она заправит другую улитку, возможно, даже улитку такси. Вот такая вот классненькая, смотрите, игрушка. Да, казалось бы, взяли обычные какие-то административные здания, профессии и переложили все это на такого персонажа, как улитку. И очень-очень даже прикольно получилось. Тоже, смотрите, какой-то замок, тоже интересный. Тут прям у нас череп быка или буйвола, красивые ворота. А он, сама улитка с биноклем, а шляпа, смотрите, тоже тут с перышком такая. На мушкетера смахивает. Каменная башня. И ворота очень красивые, с деревянными такими сделанными столбами. Тут ветка, может быть, даже какая-то лавровая.
классные, классные игрушки. Я безумно рада, что она теперь, они у меня теперь есть. Так, еще у нас Red House. Тоже я, если честно, даже не знаю, что это такое. Что это за дом такой? С ключом у нас тут кто-то стоит. Ну, выглядит очень даже так респектабельно, да, интересно. Может быть, это ратуша какая-то, может быть, здесь глава города сидит. Классно, очень классно. И последний у нас здесь это пожарник. Это тоже из профессии, из первой коллекции, которую мы смотрели. Это у нас улитка-пожарник. И, видимо, она тушит пожар. Смотрите, здесь шланг идет, лесенка есть. Тоже в каске, сигнальный маячок у нее. На самой каске тоже буковка есть. Вот такая классная коллекция. Ну и напоследок у меня появились еще две карточки тролли, большие гастроли. Последний тур. Это сейчас акции в Пятерочке проходят. Так, мне попалась мелодия. И здесь, вау, классный купер, который у нас тут перемигивает из одной позы в другую, и нотки у него пляшут. И давайте посмотрим, что еще попадется. Ой, классно, все разненькие. Здесь у нас диск, а здесь у нас розочка, которая играет на балалайке, наверное. Здесь она у нас, смотрите, в каких очках, и поет через микрофон. У меня уже три карточки есть, и я безумно рада, что они у меня теперь все разненькие, и повторочек пока не попадалось. Здорово, что они опять появились в Пятерочке, как-то их не было. Я делала большие покупки, но карточки, к сожалению, не получала. Было очень обидно. Ну вот сейчас карточки появились. Так что можно будет пополнять коллекцию. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, на группу ВКонтакте «Чердачок N», там мы сможем с вами обмениваться игрушками, если у вас будет такое желание. Ну, а пока мы сидим дома и все равно особо заняться нечем, так что обязательно посмотрите мои плейлисты, мои другие видео, очень много всяких разных рубрик, может быть, кому-то что-то придется по душе. Буду всегда рада новым друзьям, новым знакомствам, новым подписчикам. Всем здоровья, сидим дома, стоп коронавирус, и до новых встреч, пока-пока, друзья!